В дождь и снег, днем и ночью трудится промысел, качая черное золото. И, конечно, рядом должен быть человек, чтобы помочь скважинам работать на полную мощность. Оператор по добыче нефти отвечает за бесперебойную работу всего сложного хозяйства современного промысла. Сам я родом из Белоруссии, деревня Корма. Но я не думаю, что я именно приехал сюда за деньгами. Север мне просто, сколько уже здесь, 2,5 года, он мне понравился. Ну и для меня, кажется, здесь романтика. Красиво. Уезжать отсюда я думаю, что не уеду, останусь здесь постоянно. Ну и буду работать именно по своей профессии. Понравилось мне отлично здесь. Геннадию Троянову 23 года. В Сургут он приехал издалека. Впрочем, нынче в век скоростей о расстояниях говорят с улыбкой.